пишет Матис, третий чемпион мира, попал в ловушку. Значит, Z4, конь F6, конь F3, D6. C4, слон C4, B6, это называется как бы B6. Это новоиндийская защита называется. G3, G3, слон B7, слон G2, слон B4, шах. Слон d2, изменялись d2, черные побили, белые побили ферзем, ферзь 0-0, вторая группировка, конь c3. Кстати, заметьте, что здесь фрегетировали слонов в обе стороны. Видите, белые фрегетировали слона, вывели на g2, и черные фрегетировали слона, вывели на b7, это называется конкета. Конь c3, здесь черные сыграли конь d4. Напали на ферзях, я заступил на c2. И этим тихим ходом белые приготовили капкан. Черные взяли на c3, думали, что после разменов все упрощается, и партия закончится ничью. Но на корме c3 оказалось, что сразу проигрывает. Как надо сыграть? Ну, на чем? На белых, как сыграть. Кабалан сразу проиграл. Эйка выиграл. Конь g5. А? Конь g5. Да, конь g5 неожиданный ход. Белые отдали одного коня, флаг наш 7 бродит. Поэтому вы не можете слона, вы должны быть на g5 ферзем, значит, просто мат получите. Ну и тогда что, и после? Слона, не знаю. То есть такого, тогда после слона b7. Ну а здесь самое, я беру ладью, остается лишняя фигура, и остается лишнее качество. И просто последовало слон b4, слон b4, слон пробил на e4, ферзь пробил на e4, опять матрица на h7, черный пробил на коня, на g5, белый сейф ладью на h8, и просто остались конь c6 и ферзь b7. Осталось лишнее качество. То есть это партия, а Эвик и Павлова. То есть просто примечательно, что два шахмата короля тоже зевают. Потому что если вы зеваете, то уже особенно расстраиваться не надо. Но они зевают, чемпионы мира тоже зевают, но они зевают редко. И такие неожиданные удары, как конь g5, конечно, можно посмотреть.